Привет, парни! Это снова мы, Галера Трицикл, и я Сергей Беляев. Ну, я вам расскажу, в общем-то, что у нас тут происходит в нашей мастерской. Вы, наверное, думаете, что мы там уже закрылись и начинаем там хереть-плохеть. Нет, нифига, мы, в общем-то, работаем по полной программе, делаем всякие вот вещи вот красивые. Вот. Ну вот, например, у нас уже практически готовый мотоцикл БСА. Мы приобрели его у нас в Санкт-Петербурге, такой, в общем-то, суповой наборчик. Но вот уже вот он фактически на выходе, и уже там заказчик нам потихонечку нам начинает пересылать деньги. Ну, конечно, у всех заказчиков тоже, в общем-то, непростые времена, но они стараются поддерживать нас и поддерживать, в общем-то, свои коллекции, всякую вещь. Значит, ну вот тут тоже почти готовый мотоцикл «Ковровец». У меня вот такой, точно такой же был, только серого цвета. Мне его отец отдал в свое время. Значит, я на нем разобрал успешно двигатель, но потом собрать не смог. Мне купили двигатель «Восхода 2М». Я его прячил как-то. И, в общем-то, наверное, лето два, наверное, три я проездил вот на таком вот ковровце. Ну, он такой был, прям вот покрашен кисточкой серой, такой красочкой покрашен был. Вот отец его купил вместо проданной им «Ялы», потому что мама моя противилась всячески хобби моего отца мотоциклизма, и вот они продали «Ялу», купили дачу, и потом вот отец купил, чтобы на озеро ездить, вот этот ковровец. Здесь у нас почти готовый, в общем-то, мотоцикл «Симпсон», и я думаю, что, наверное, недельки через полторы мы его закончим. Вот, осталось тут совсем немного, он уже заводился, уже, в общем-то, работает. Поедет у нас он к нашему любимому заказчику, Татарстан. У него они уже все будут, по-моему, «Симпсоны», которые были в линейке. «Симпсонов», которых старенькие. Поэтому вот больше нам ему предложить нечего, если только делать уже более современные, конечно, мотоциклы. А здесь у нас что? «Макака». Все говорят, почему «Макака», «Макака», это, в общем-то, К-58, но, в общем-то, все их называли «Макаками», и «Ковровцы», и «Минский», «М1М», «М1А», и что вот К-55, К-58, это все, в общем-то, было «Макака». Ну, вот. Ну, она почти уже готовая тоже, сейчас вот колесики у нас уехали в покраску, потом их соберем, движочек уже почти собранный, поэтому, я думаю, через месяц, наверное, будет тоже готовый мотоцикл, вот все. Ну, это у нас многострадальная «Вятка», «Вятка-бочка». Значит, мы ее уже покрасили очень давным-давно, и вот она уже стоит, и все у нашего Евгения не доходят руки. Кстати, могу сказать, Евгений собирает вот этот БСА, и он, в общем-то, один из наших лучших сотрудников, самый старый сотрудник нашей мастерской, и он уже все здесь знает, и, в общем-то, на него можно всегда положиться, и собирает он неплохо, и достаточно много мотоциклов собирает, уже так наблатыкался. Потому что вот все говорили, там, вот нельзя, невозможно собрать столько, как Серега, как-то так. Я говорю, слушайте, ну я говорю, в свою бытность, когда я только начинал, я собирал 2-3 явы за месяц. Не знаю, может быть, и какой-то уникум был. Но это были явы, конечно, я понимаю, что это ничего не смыслил в этих вот оппозитах, вот ничего не смыслил, слово вообще ничего. Что я, в общем, у меня никогда их не было, и, в общем, мне не всегда не нравились. Но вот сейчас мы их очень успешно делаем. Ну вот, достаточно у нас их много. Сейчас мы навезли вот всякие там М72, всякие «Уралы», в общем, потому что, в общем-то, конечно, нам, наверное, будет сложно сейчас сделать какую-то «Яву», какую-то «ЧЗ», ну, просто у нас пока логистика нарушена. Сейчас мы пытаемся как-то сделать, чтобы у нас посылки без вопросов ходили, и денежные средства туда ходили, чтобы нам, в общем-то, наши поставщики не присылали какой-нибудь там, не знаю, плакат в соответствующих цветах в ответ на наши деньги. Ну, вот. Ну стараемся. Вот. Но пока у нас вот сейчас вот ждите, что у нас очень много будет оппозитов, потому что я вот прошлую неделю просто не вылезал из командировок. Мы с Юрием Александровичем съездили и в Воронеж. И потом я сразу поехал в Москву, потом в Новоржев. Потом мы здесь какой-то там Касьян купили. В общем, очень много мы накупили всякого этого оппозитного техники. Здесь у нас стоит кроссовый ЧЗ. Значит, он делает его Яша наш, достаточно хорошо делает. Ну, ЧЗ был не задроченный, в общем-то, кроссом, потому что он, наверное, так больше стоял. Вот, либо его уже кто-то подделал чуть-чуть. Ну, то есть, достаточно хороший движок, вообще, фактически, без пробега был.
вилка не изношенная. Мы тут, в общем-то, поменяли сальники, поменяли всякие вот такие наружные вещи, как вот всякие гофрочки, подножечки новые купили, там что-то такое. Ну и вот сейчас мы его, естественно, пластик нам невозможно по краю, ну, сделать его новым, и там его нету в Чехии вообще, в принципе, чтобы новый пластик надо через это найти, его там нет, даже не пытайтесь найти его. Либо он стоит, если он даже есть, то он стоит какой-то космос вообще совершенно непонятный. Поэтому мы, в общем, пластик на него покрасили, в общем, сделали очень похоже под, как будто он не крашеный, такой полуматовый он получился. Ну вот я надеюсь, что скоро уже он заведется, и, может быть, даже мы прокатимся, вспомним свою молодость. Ну, здесь у нас долгострой из ДКВ, долго мы его строим, долго мы его делаем, потому что, в общем-то, приехал он к нам из Волгограда, достаточно было затрапезное, в общем, у него состояние, все гнилое, все какое-то перекривженное, вот. Зажигания не было, сейчас вот мы сюда там маклачим все какие-то бесконтактные зажигания, чтобы у нас крышка закроется, в общем-то, снаружи ничего не будет видно, но зато он будет заводиться и шикарно у нас ездить. Зато колени у нас от ЧЗ-то на нем. Да, вот колени, да, ЧЗ-то у нас стоят шикарные колени, но это мы там сейчас будем, уже делаем все колени, трубу, все это будем заказали, делают нам. Потому что, опять же, на него, ну, ничего не привезти. Поляк наш, ёбжик на нас окрысился, наверное, все-таки там, вот, и не отвечает, не звонит, не пишет, в любви нам не признается, скорее всего, наверное, в обратном признается. Даже через другого поляка. Вот, даже через другого поляка. Вот. Тут у нас почти готовая Рига 13. Значит, ну, Рига 13 мы сделали очень много. Достаточно, конечно, самое больное место, конечно, это движок, потому что, вот, сами понимаете, что он, ресурс у него никакой. А, катались на нем очень много, очень долго. И двигатели по обыкновению они все убитые в усмерть. Как-то мы вытягиваем что-то, чтобы оно как-то хотя бы ездило. Но этот вроде бы должен быть ездить нормально. Но тут у нас пока еще в непонятном состоянии 56-й жак. То есть движок собран. Все вроде покрашено, хром на него весь есть. Ждем покраску. Ну и главное, в общем, ждем человека, который собирать будет. Потому что все заняты, что-то тут... Опять же, в связи с этими событиями нашими, там, мы пытаемся как-то сохранить коллектив. И сохранить коллектив мы лучший коллектив. Вот. То есть, поэтому мы сейчас с Юрием Александровичем, конечно, подбираем. Если люди приходят, то очень сурово, сурово подбираем, потому что нужен человек, который умеет все это делать, а не там подмастерье какое-нибудь. Ну, здесь у нас оба долгостроя, BMW, Индиан. Это долгострой, это тут у нас Антошка что-то тут ковыряется, набрал кучу работы, а делает все это, точнее, не делает никак. Вот. Не очень мне это все нравится. Ну вот, опять же, Антошка тут у нас почти сделал планету. Вот, осталось тут совсем немного. Сиденья, надеюсь, нам на днях привезут. И, в общем-то, ему тут крышки поставить. И, в принципе, планета готовая. Ну, и дальше у нас стоят вот две ИФы. В общем-то, как-то повезло нам сразу два мотоцикла делать. Удобно делать, когда вот ты делаешь сразу два мотоцикла. То есть я вот по себе знаю, когда я в там рядок. Все удобно. Так же и здесь. Вот она у нас одиночка, другая у нас с коляской будет. Ждем на них покраску. Сейчас наш Никитос все это покрасит нам. Я думаю, он будет все это одним махом красить, поэтому вот будет... Они уже, в общем-то, заводятся. Все, осталось вот все это собрать и какие-то мелочи поставить, которые, в общем-то, самое такое сложное, найти все эти мелочи. В общем-то, по большому мотоциклу собрать несложно, а вот в мелочах какие-то там болтики, винтики, какие-то опережения, какие-то бибикалки, вот все это сложно. А сейчас это вдвойне будет сложно, потому что многие просто не отвечают. Ну, вот здесь готовая Рига 22. Вот, сделал Антошка, ну, сделал, не знаю, обманщик, конечно, ну, как-то сделал, вроде ничего. А так, вот вы сами видите, там у нас еще на втором этаже всякие коляски и там заказы, которые мы еще не начали делать, стоят. Так что мы живем, мы, в общем-то, никуда не закрываемся, не собираемся пока никуда с нашей замечательной мастерской съезжать. Ну, во-первых, не собираемся съезжать, потому что я еще не достроил то место, где мы должны все съехаться, ну, пока, в общем-то, денег хватает, чтобы оплачивать вот эти все шикарные апартаменты. Вот. Наблюдайте за нашими трансляциями, подписывайтесь на наш канал, хотя я не знаю, там, закроют, не закроют, но мы уже на Рутубе есть, мы уже в Телеграме есть, где угодно мы есть, во всех наших оставшихся соцсетях мы есть. Ставьте лайки, переподписывайтесь, как видно, смотрите нас.
Вот. Ругайте нас, но мы, конечно, все эти комментарии позакрываем, потому что, Юрий Александрович, я нервы только тратим на вот всякие. Тут вот нам один человек с аватаркой из этого флажка нам про нашего ненаглядного Владимира Владимировича сказал, что уберите. Почему? У нас он в двух местах висит. У нас висит в мастерской вот там и висит в нашей столовой, чтобы все сидели и вот наблюдали и видели нашего любимого президента. Всем спасибо, всем пока. Вместе победим. Да.